Ну, Лёва, повеселимся. Настоящий, со стройки кубанский. Ну, блин, уже время так нормально. Чё за фигня? Вася! Вася, ты офигел? Это чё за приколы? Ты чё думал, что я лох? Лёва, выключи свет, а? Вали в свою садку. Всё, я за мамой, Вася, ты доиграл. Что случилось, сынок? Что случилось, сынок? Мне в школу пора, а Вася закинул вместо моих учебников кирпичи. Какие кирпичи? У меня портфель тяжелее, чем моя рука. Ну так ты достань кирпичи, да и иди в школу. В смысле? Да почему я каждый день должен это делать, или чё? А ты что случилось-то? Ты ему можешь объяснить то, чтобы он так себя не вел? Я ему сказал уже, чтобы жил здесь на таких условиях, чтобы не мешал мне жить спокойно. Кидает учебники в мой портфель, кидает кирпичи в мой портфель. Это какой-то ужас. Я уже теряю слова, которые нужно сказать. Какие кирпичи? Ну какие, иди сюда, посмотри. Тебе что, принести портфель? Вот кирпичи, у меня целый портфель, 3 кирпича лежит. Мне в школу пора, мне сейчас контрольную будут собирать. Он помял все мои учебники и все мои тетради, мне сейчас контрольную сдавать. Я его прибью, достал он меня уже. Ну и не прибивай, я в школу уже опаздываю. Вася, иди сюда быстро. Вася, ну все, я не знаю, что уже с тобой делать. Почему ты Леву доводишь? Или нет? Что творится в этом доме, я уже не понимаю. Это до каких пор будет продолжаться? Да чё с вами, тётя Лен? Свет выключите, да поспать дайте. И так вчера тарелку борща. Целый день метеоризм был. Своими кроссовками. Какими еще кроссовками? Это что такое? А что? Это что такое? Боже мой. Боже мой. А что там такое? Это что за шайба? И у меня такая же шайба. Это что, магниты? А где он их взял? Откуда я знаю? Кирпичи же где-то достал. Что за фигня? Вася, иди сюда быстро. Выметайся из моей хаты. Это кто еще там? Здрасте. Здрасте, мордасте, любимая, проходи. Вася, ты что? Слышу, здесь? На огне мне еще быть-то. Вася, ну я не поняла, в чем дело. Лёва отличник. На хорошем счету в школе. С утра контрольная, физкультура. Что ты опять вытворяешь? Какие кирпичи? Где ты их взял? Да у Иваныча на стройке я их взял. Где еще-то? И вообще я в ПТУшку буду на каменщика поступать. Мать, я дом построю здесь, в Краснодаре. Всех с района, всех с квартала, всех с города, с деревни. Все сюда переедут, все братки мои. Нужны вы мне здесь 100 лет? В смысле? Мы же родственники, кровь. Тем более я собираюсь дом строить-то не на ваши денежки и не здесь у вас. Я сам кирпичик к кирпичику, и будет домик. Вали в садку. Каменщик из тебя. Какой из тебя каменщик? Как это какой из меня каменщик? Смотри, как я умею прыгать. Там физра самое главное. С этажа на этаж. Боже ты мой. Ну хватит уже стенки мои обдирать. Ты за кого? За Васю или за Лёву? За Лёву. За Лёву? Ой, одна меня не предала. А никаких шансов ему, еще раз повторяю. Ну все, значит, я покупаю билеты, отправляем его. Правильно. Лёвочка, давай, торопись, сынок, давай. Вася, собирайся, собирайся. Собирайся, Вася, собирайся, давай. Собирайся. Все, раз так себя ведешь, все, собирайся. Я не знаю, неужели я буду ссориться с Лёвой, с Алисой, со своей семьей. Давай в садку, и там у мамы выкрутасы свои показывай. Собирайся. Там тоже училище есть. Там на камечке, там учишься, если все нормально.